Всем доброе утро. У нас сегодня 7 мая, давно я опять не снимала. Сегодня у меня день рождения. Я сейчас себя в порядок-то не привела, только проснулась, там чуть немножко приболела, нос заложила. Мужики меня мои уже порадовали. Сейчас покажу, что они с утра сходили, купили. А я в окно смотрела, так и нигде не могла найти вас. А вы походу шли. Крутой? Ой, спасибо. С днём рождения. Ой, спасибо. Большой цветок. А кто выбирал? Ярик. Да? Ты выбирал? Да. Ой, спасибо. Молодцы. Какая красота. Угу. Вот, букет цветов. Такой вот. Здесь получается там открыточка такая небольшая. Ну, там ничего не написано, так для красоты. Такой букетик цветов. Я даже не чувствую ничего, ничего пахнет. Розочки, хризантемки, вот такие вот. Ну, вообще, вот такой вот букетик. Плюс мне Денис еще давал деньгами. Я покупала себе. Сейчас покажу, что. Сейчас покажу. Вот серию вот такого. Вот такой набор. Шампунь, бальзам. Летний. И вот такой аква. Два набора. И вот букет цветов. Это мне. Мои подарили. Еще и Сав мне нарисовал рисунки. Рисуночки нарисовал. Кит. Тут, говорит, подсолнухи. Какие-то. И еще вон какой-то. Два рисунка. И, говорит, кит тебе еще. Вот. Плюс еще у меня подарок в руках. Телефон не покупали. Ну, новый покупали. И это, короче, вот. Вчера полночи я стряпала пироженки детства. Сейчас покажу, какие вообще такие вкусные. Низ уже одну слопал ночью. Вот они вот такие. Такие вот пироженки. Мы раньше с мамой их всегда делали. Здесь, получается, я сделала бисквит, крем сгущенка с маслом. И от бисквита я подсушила вот эту, сделала крошку и обваляла. Такие простенькие, но вкусные. Я очень, конечно, наверное, аккуратная. Ну, как смогла. После работы пекла. Буду сейчас делать еще салатики. Так, салатики один буду делать. Филе у меня уже отварилось. Надо сейчас остудиться. В общем, сделаю один салат. Надо что мне там? Филе, огурчик, кукуруза, сыр, яйцо. Слоями. Сделаю в лаваше рулетик. Всегда его делаю. Роллы заказали. Роллы и картофель фри. Вот. Так что сегодня будет это жралово. Что-то вообще заболела. То ли вчера продула, то ли что. Ветрище такой сильный был. Вот. А ты что тут сидишь одетый? Почему вещи не разложил, сходил? Сейчас будем с тобой это пылесосить. Его мусор. Мусора столько. Ярослав довольный. 4 выходных будет в садике. В садике тебе не надо, да? Мы с тобой пойдем 9 мая на парад? На парад. Ну, будет там парад. Садик? Нет, не делай так. Садик? Да нет, тут вон у танка. Какой? Там будут машины, танки настоящие будут проезжать. Ну, не делай так. Они не будут стрелять нас? Нет, зачем они стрелять-то будут? Ну, это похоже на войну. Нет. Просто парад будет. Ну, пойдем смотреть. Ну, сходим. Ну, зачем замотал? У нас тут в садике была проблема. Прихожу в садик за Ярославом, он ко мне бежит и говорит, у меня, говорит, проблема. Какая у тебя была проблема? Говно. Ярослав, какая проблема это была, ты мне сказал? Крестик. Крестик потерял. У него, главное, с веревки отпал, и он ее, эту веревочку спрятал на майку. Пови, что ты делаешь? Вот так вот сюда ее повесил, говорит, на майку, и висит она, говорит, нет. И никому ничего не сказал, ни воспитательнице ничего, это он мне только пришел, сказал. Ну, я когда пришла, он мне сказал. И целый день ходил, молчал. В общем, вот, потерял. И потом вечером... У нас там в беседке одна родительница написала, что нашли они этот крестик на улице. Только я не знаю, как он на улице оказался. Да? Ярослав говорит, что он в кровати его, он у него отпал, он его найти не мог. Не знаю. После сна, типа.
Ну, ладно, хоть нашелся. Они в нашем подъезде живут, мы сходили, забрали. А. Нас уже привезли роллы. Блин, плохо так соус, это прижался. Несколько, не знаю, хватит, нет? Как будто, они же говорят, мало. Фиг знает, как мало, но нормально. Вот столько у нас роллы. Здесь у нас салат делается, еще один. Магазин не шел, конечно, докупить. Картофель фри. Потом, что я сделала, еще тут салатик один. И рулетик. Все вот в процессе. Цветочки у меня тут на кухне стоят. Глаз радует. Погода у нас сегодня не очень. Что-то как-то ветер сильный, дождь намечается. Все, вот сегодня будем кушать. Денис! Денис! Все, ты снимаешь? Да? Работаем все дружно. Я их вон, я их вон. Он вдруг ран ел, отпало все. Заржавело, отпало, нахер, с резьбой вместе вырвало. Сейчас по новой надо делать. Закручивай. Может, в доме где-то? А? Может, в доме? Сейчас я другие принесу. Перекопала грядку под картошку. Сижу, отдыхаю. Где-то я по железу видел щетку, да? Ага. У тебя такая фигура? Че, талия на шее? Ну да. Турмашки нарисовали. Ярослав там пилит. Купили ему кроссовки дачные, самые дешевые. Открыли дачный сезон, да? Да. Ты что, уже блестишь, вспотел, что ли? Ой, расскажи хоть, как успехи у тебя, как получается, нет? Не снимай меня. Ну чё? Как я снимаю-то? В том году, блядь, уебся с этим каналом. Опять отвалилась. Почему они накручиваются? Здесь два вроде есть и там, и там, а... Не могу зацепиться. Сколько, кстати, подснежников здесь? Как много? Я уже не видел, понимаешь? Целая эта полянка. Ой, я-то как уработалась. Да что ты заработалась? Вскопала целую грядищу. Тебе полезно, тебе пахать надо. Так это... Штаны, кстати, брюши вообще стали. Как-то не так. Это такое пузе. Конечно. Ты, бабушка, вас опять не задачила? Подойдёте. Нет, надо вот этот кустище вырвать. Как его вырвать? Выкорчевать его. Ты такой мощный. Кто? Ты. Ага, мощный, болеет. Подойдет мне. Я не подойду. Дай папа попробует, копнет. Копну только. Копну один. Вон, что, давай я. Что, может быть, так выкопаем, может? Да, я говорю, папа, давай. Мощный. Давай. Что, значит, ты говоришь, что? Давай, давай, Чего? А он-то где? Где, в гараже он. А у него? Не, Денис ушел за ломом. Мы пока с Ярославом немножко подготовили Дениса под это. Надо, короче, пни тут убирать старые. Сейчас покажу. Вот этот пень надо вот вырвать. Лопатой мы не смогли. Надо лом. Сейчас Денис ушел. Очень хорошо, солнечно. Наконец-то погодка наладилась. У нас 20 градусов, сегодня солнечно. Завтра еще тоже тепло. А то у нас все что-то минус 1, 2, 3 градуса. Холодина такая. Сегодня хорошо, солнечно. Ну, вот там с Ярославом подготовили маленько еще. Ну, там еще надо убирать. Сейчас ждем, когда Денис придет. С ломом. Пойдем. Посмотрю, вон он идет. Сейчас скажу.
Блин, солнце в глаза так это. Не упади, там папа идет. Аккуратно. Там еще парни еще знакомого встретил. Ну, языком зацепился, да? Да он на машине ехал, садился. А маленького, представляешь, не было. Не было. Маленького вообще нету, они только большие, специально большие, чтобы вырывать все. А где? Буду к мужу этим вырывать, какая тебе разница? Давай этим. Я тебе покажу, что делать. Хорошо в саду, да? Вот так, мы так лето ждали. Ну да. Чтобы корни повыдергивать. Ну что, потом сухи его сделать? Как? Делай. Сейчас я ключи уберу. Чтобы они не мешали. Так вот сделаем. Кстати, у того мужика он был посередине. Побольше был. Блять. Потолще? Не, по длине. Видишь, на, рычаг большой. Легче же, когда рычаг большой. Тут. Давай я. Нет, подожди, не мешай папе. Давай я. Давай сейчас твоя очередь, на. На, дави. Туда, в ту сторону, дави. Толкай. Толкай. Сильнее. Давай еще раз. Сейчас я подожди, воткну. Блин, подожди. Не, подожди. О, на. На соседство, давай. Давай сильнее. Пошло нафиг. Вырвали, оторвали башку ему. Подожди, дай еще. Оторвали башку. Давай еще раз, подожди. Давай. Давай вместе. Оторвем башку ему. Давай еще раз, подожди, убирай ногу. Давай. Давай, вопи. Видимо, дохленькие. Старые. Дохленькие. Ну, сюда кидайте. А это? Тут не дохленькие, просто мама помогла маленько. Подожди. Подожди, надо сейчас воткнуть. Сейчас воткну сильно. Подожди, отойди, дай воткну сильно его, чтобы он вошел глубоко в землю. Давай. Ой, ты меня вынес. Давай. Да, вот ты. Аккуратно там, Марстав, рука. О, все, вытаскивай его. Поднимай его. Нет. Сильнее. Вырвал ты его. Кидай сюда это говно. Давай это. Да, и бомбошу. Он сюда идет. Он вообще мощный, да, Ярослав? Это еще мощнее. Отойди, Ярослав, там папа тебе что-нибудь кончит. Там, наверное, подкопать надо. А вообще не подкапывали-то? Так подкапывали, потом устали. Накапывали, да. Точно? Да, видишь, все. Отойди, Ярослав, там папа тебе стукнет. Тащи. Что еще? Что еще, Юля? Где еще бабушка говорила? Где? Вон там, посередине. О, дачные дела начались, хорошо. Да, Ярослав? О, Денис. Ты любишь копаться сегодня тут в огороде? О, да. Больше всего Ярослав, наверное, любит, да, этим заниматься? Здесь жарко? Все любится. Дачный сезон любишь, да? А что, здесь тоже огурцы будут? Здесь же помидоры, зачем тут проволока? Да, не, она просто что-то там делает свое, беду какую-то. Ну, она подгазывает и как-то. Так это... помидоры же не растут так высоко. Я не знаю, она сказала намотать. Что дальше идет? Блин, сейчас здесь запутаемся нафиг. Тут конец я уже привязал, блин, подвезли.
Тебе понравилось день рождения? Ты вчера хорошо посидели? Ой, как хорошо посидели. Как хорошо посидели прям. А что так прям? Да нет, хорошо че. Похаваю, я бы не ел вчера. Думал, лопну. Дал срачки. Сильно поел. Думал, лопну. Ну хорошо, ну поели. А ты говорил, как мало роллов смутило. А как вот вы деньги на здрасте, которые тебе подарили? Почему будем? Ну так и чё так? Я скажу, что я ковёр домой покупала почему-то. А ты же купила ковёр домой. Подарили мне, а я должна ковры покупать. Блин, а ты чё мне не говоришь-то? Чё? Я не там натягивала. А я иду сейчас криво. Получается, по диагонали я только сейчас заметил. Чё у тебя же? Долго доходит. Ты что, Ярославчик, помогаешь? У меня грязные руки. Их помоем потом. Пойдем туда поймаем. Ты что, Маша на игрушке? А вроде Маши не было. Маши не было сегодня, у меня мама на работе, потому что. А вдруг Маша будет брать корни? Маша корни будет убирать? Да не, она не сможет. Она стала сильно на. Да нет, убирать она там вырвает. А, нет. А мы потом сожжем их. Да, я знаю. Что мы гоним, сожжем их, да, Кирилл? А большой, который со скигрем, тоже? Ну?